эпиграф такой. Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в рай. Евангелие от Матфея. Мышиный блюз. Когда в друзьях согласия нет, как пишется в знакомой саге, страны твоей автопортрет разорван, как листок бумаги, и выползает из щелей, почуяв сладкий запах грантов, элитный клан крыс и мышей, потенциальных эмигрантов, надев для важности прикид с изящно вышитым узором, придав себе серьезный вид, все дерибанят без разбора. Мышиный блюз, мышиный блюз. Танцуем весело и ловко. Друзья, прекрасен наш союз, пока не хлопнет мышеловка. Танцуем все мышиный блюз, пока не хлопнет мышеловка. Шуршат купюры в тишине под монотонный рокот блюза, и мы плывем на той волне, не зная берега и шлюза. Но будет страшный суд, ты хоть бы Господа послушай, как тот верблюд, стоять перед игольным ушком. Мораль не буду я читать, все понимаете и сами, себя бы тут не потерять, живя с такими грызунами. Мышиный блюз, мышиный блюз. Танцуем весело и ловко. Друзья, прекрасен наш союз, пока не хлопнет мышеловка. Танцуем все мышиный блюз, пока не хлопнет мышеловка. Давай! Танцую все мышиный блюз, пока не хлопнет мышеловка. Однажды хлопнет мышеловка.